9 лет он шел к этому успеху. Бийский пловец Роман Жданов сегодня, буквально пару часов назад, завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио. Кроме того, он установил мировой рекорд. Мы поздравляем спортсмена и его тренера Елену Соколову. Сегодня в Токио первый соревновательный день после официального открытия Паралимпиады, которая состоялась накануне. В борьбу за награды вступили и наши пловцы. Сегодня Роман Жданов взял награду высшей пробы на дистанции 50 метров плавания брасом. Он не только пришел первым, но и установил мировой рекорд. Для российской сборной золотая медаль Жданова стала второй в копилке. Мы поздравляем спортсмена и заслуженного тренера России Елену Соколову с этим блестящим выступлением.